В ее возрасте многие дети играют в компьютерные игры, она же их разрабатывает. Диане всего 13, но с языком программирования бичанка на «ты». Вообще программированием я занималась с первого класса. Меня, так сказать, подтолкнул к этому отец, показал, что это такое. А дальше я сама разбиралась. Сначала это был Кумир, а потом язык программирования Луа на Атоме с короной. А дальше это была робототехника, веб-программирование, и как раз-таки потом я пришла к Unity C#. Недавно Диана Бубарева вместе с другими школьниками приняла участие во Всероссийском детском научном конкурсе Андрея Мельниченко. У нас участвовало 9 центров наших, вот, и, соответственно, кроме центров присоединились к нам кванториумы. Вот, просто молодежное объединение, где занимаются практической деятельностью, проектной деятельностью. Цель конкурса простая – это выявление одаренных детей, которые способны заниматься научно-исследовательской работой, инженерными проектами, практической направленности, теоретической направленности. Проекты всегда очень серьезного, высокого уровня. Для всероссийского финала было отобрано 50 работ из разных регионов России. Участвовали в конкурсе школьники из Бийска, Барнаула, Рубцовска, Красноярска, Новомосковска и других городов. Диана одержала победу с обучающей игрой в номинации IT-проекты. Над ней она работала 1,5 года. Игра посвящена изучению такого направления робототехники, как электроника, и предназначена для учеников от 10 до 19 лет. В аналогах нету такого, чтобы совмещать не только обучение робототехники, но и сам игровой процесс. А здесь можно и собирать всякие головоломки, и следить за каким-то сюжетом, а также и собирать всякие электронные схемы и впоследствии обучаться. Победив в конкурсе, Диана выиграла ноутбук. Он наверняка пригодится ей для осуществления далеко идущих планов на будущее. Вообще, я хочу стать хорошим человеком. Это первое, что нужно сделать. А скорее всего, я очень хочу открыть свою компанию и стать директором в ней и делать разработку всяких игр. Это очень такая высокая мечта, к которой я буду стремиться. В том, что она сможет достигнуть поставленных целей, особых сомнений не возникает. Диана должна учиться в 7 классе, но закончила его экстерном. Сейчас она проходит школьную программу за 8 класс. И параллельно обучению прорабатывает создание новых игр, с которыми она снова примет участие во всероссийском конкурсе и повторит успех. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий, Андрей Сигаев. Будни.